Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Про цветок». Сегодня мы с вами поговорим о тех ошибках, которые допускают наши садоводы и огородники осенью на своих участках, а потом сетуют, что урожай низкий, расти ничего не хочет. Оказывается, все эти ошибки уже были заложены осенью. Ну, самая первая ошибка, что любая почва требует определенного подхода. Так вот, если песчаная почва мы на зиму не вскапываем, то глинистые мы должны обязательно вскопать. Причем, чем глубже, если на 30-35 сантиметров, это вообще оптимально. Почему глинистые почвы надо вскапывать осенью? Потому что они под действием мороза, действием снега и других осадков становятся более мягкими, более рыхлыми. То есть растения все будут весной развиваться гораздо лучше. Следующий нюанс, что необходимо помнить, о внесении удобрений. Многие как бы под зиму стремятся внести удобрения минеральные. Так вот, на глинистых почвах это делать можно, на песчаных почвах нежелательно, потому что в глинистых почвах минеральные удобрения закрепляются, схватываются почвенными частицами и не вымываются из почвы, а на песчаных почвах все удобрения транзитом уходят туда, в подпочву. Ушли, и пользы нас от наших минеральных удобрений, как обычно в литературе советуют, нести с осени фосфорно-калийные удобрения. Тут смотрите, какая у вас почва. Если глинистая, вносите смело. Если песчаные, отложите на весну. Следующий нюанс, что необходимо помнить. Опять же, бывает такая ситуация. У вас росли многолетние травы. Росли многолетние травы, и вот эти травы вы хотите эту целину уже использовать, и чтобы на следующий год посадить огород. Так вот, измельчать зернину и заделывать ее в почву необходимо с осени. Почему с осени? Потому что зернина, перегнивая в земле, требует много влаги. Если мы это сделаем весной, значит, эффект у нас и урожайность будет очень низкая, потому что влагу будет забирать зернина на разложение, и, соответственно, растения будут страдать от недостатка влаги. То есть они будут не хватать влаги, и, соответственно, урожая большого не дадут. Это раз. Второе. Зернина, заделанная с осени, она хорошо минерализуется, и уже на следующий год она послужит питанием для наших растений. Следующая ошибка, которую делают наши огородники, опять же, внесение органики, как бы у многих откладывается на весну. Ну, весну легче достать, весной купить тот навоз, больше объявлений, и они эту работу делают весной, что тоже, в принципе, очень неправильно. Любая органика, особенно которая еще не перепрывшая до конца, вот, не разложившаяся, лучше вносить осенью. Почему ее лучше вносить осенью? Потому что в течение осени, зимы и весны эта органика будет в почве минерализоваться. Будет минерализоваться, будет доходить до нужной нам кондиции. И она потом послужит питанием для наших растений. Весной, опять же, она будет забирать влагу из почвы для своей минерализации. И, соответственно, урожайность также будет снижаться. Следующий нюанс, что необходимо учесть. Значит, делаем с осени, если у вас глинистые почвы, значит, с осени делаем проходы между градками. Почему? Потому что если вспахать и ровно будет поверхность, значит, что произойдет? А произойдет следующее, что почва заплывет, и весной мы долго не сможем начать весенние работы. Мы не сможем работать на этой почве. А если будут градки, значит, будет сток воды, и будет, соответственно, уходить как бы влага в стороны, и мы смело сможем работать на наших градках. Ну, это, конечно, можно сделать и гребнистую поверхность. Где-то градки с культиватором или лопатой делаем какие-нибудь узкие градки, вскапываем, поднимаем вверх. Поднимаем вверх эти градочки, вот это уже будет то же самое. У нас эффект для того, чтобы наша почва более рано начинала, была готова к обработке. Далее, следующая ошибка по органике, что делается? Значит, у нас есть ранние культуры, та же ранняя капуста, например, ранняя морковь, там еще зеленые различные. Ну и мы опять хотим внести органику, потому что почва истощена, органика нам очень необходима. Что мы будем делать? Под эти культуры, которые ранний картофель, тот же ранняя капуста, органику вносим только с осени. Потому что органика минерализуется к весне не на все 100%. И получается, наши растения сидят на голодном пайке в мае-июне, а уже в начале июля, когда уже начинается сбор урожая,
Вот, они получают питание. А уже питание это кардинально не может повлиять ни на плодородие почвы, ни на нашу урожайность. Ради чего мы выращиваем свои овощные культуры. Еще такая одна интересная задача, которую нельзя откладывать на весну, это борьба с сорняками. Вы, наверное, немногие знаете, что осенью прорастают семена всех многолетних растений. Будь то пырей, будь то крапива, тысячелистник, любая из этих культур, осоты те же самые, они все прорастают осенью. Также осенью прорастают сурепицы, это уже с однолетних, прорастают двухлетние какие-то сорняки типа лопуха. Все они прорастают осенью. И если мы осенью оставляем на градке всходы, той же мокрицы, лопуха, надеясь, что мы весной с ними поборемся, значит, мы очень ошибаемся. К весне они настолько окрепнут, что уже с ними придется бороться, и очень трудно бороться, чтобы их уничтожить. Поэтому с осени мы уничтожаем всходы всех сорняков, которые появились на поверхности. Чем мы можем уничтожить? Можем, конечно, подрезать. Можем, конечно, укрыть какой-то мульчой. Той же соломой укрыть, которую потом весной легко будет разбросать. Вот, можем укрыть черной пленкой, под которой просто-напросто погибнут. Способов борьбы с сорняками, конечно, очень-очень много. Далее, что еще? Для того, чтобы наша почва была, более не такая истощенная, не такая утомленная, как часто бывает. О чем это когда говорится, что почва истощенная? Когда, несмотря на все наши усилия, слабый урожай. Значит, нашу почву мы будем обеззараживать. Что мы будем обеззараживать? Мы используем порошок Метаризиум плюс Баверия. Комплексная защита. Такой порошочек мы рассыпаем по поверхности почвы. Неважно, делайте плоскорезом. То ли вскопали и потом по поверхности почвы мы добавляем эти два препарата. Значит, они будут бороться, пока теплая погода. Они будут работать в почве и бороться с комплексом. Вредителей, которые сохранились на поверхности нашей почвы и которые ушли на зимовку в нашу почву. Не забываем. Далее, есть такой еще нюанс, что мы делаем? Носим органику. Ну, я же говорю, многие отлавят на весну. Мы не успеваем с органикой. Значит, что мы возьмем и используем? Опять же, решение очень простое. Мы берем циолин профит и вносим на наши градки. Что-то дает. Циолин – это как бы поглотитель. Он поглощает полезные минеральные вещества и сохраняет их в течение зимы. Значит, наши минеральные вещества не будут вымываться туда, слой под почвы. Так что запоминаем. Если вы не допустите таких ошибок на своем участке осенью, значит, на следующий год вы получите очень богатый урожай любых овощей на своем участке. Если вас заинтересовало это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш магазин, где есть выбор этих препаратов, что я вам назвал, а также можете заказать эти препараты на Wildberries. Удачи вам, до свидания.